в 7 утра. Она стоит рядом с моей кроватью, с будильником, который просто разрывается по духам, и говорит: «Вставай!» Этой историей я хочу поделиться с вами только чисто из-за того, что не хочу, чтобы это случилось с вами. И приезжая в огромный город, такой как Нью-Йорк, Москва, Санкт-Петербург, любые другие города, Киев. Да блин, если бы я тогда знала, что столько нервов я потрачу в самый первый месяц, когда я переехала в Нью-Йорк из-за этого жилья, я бы, наверное, потратила еще год, но чтобы переехать уже в хорошее место и не тратить столько нервов на ту женщину, которая сдавала мне это место в комнате. Очень много что есть рассказать, поэтому наливайте чай, садитесь поудобнее и приятного просмотра. Телефон передо мной здесь только потому, что вам так будет лучше меня слышно, потому что здесь я записываю это все на диктофон, а через камеру звук будет плохо передаваться. В этом видео я расскажу вам, как я первый раз переехала в огромный город, в Нью-Йорк. Свой первый опыт нахождения жилья здесь. Расскажу про свою сумасшедшую хозяйку, которая сдавала мне место в комнате. Всем приятного просмотра, и я начинаю. В этом видео не будет того, что я хочу вас чему-то научить. Нет, давайте по-другому. Я просто расскажу вам свой опыт, как все это было, где я это нашла, кто она была, почему все так сложилось и как я так быстро собиралась оттуда переехать, не зная никого. Притом у меня не было много денег, так чтобы просто взять и переехать в какую-то квартиру, либо снять другое место в комнате. Знаете, я вот сейчас думаю, что я бы уже никогда не сняла место в комнате. Никогда. Лучше свой уголок, так как у меня есть сейчас. Я сейчас живу в большой комнате, в отдельной. Больше никто здесь со мной не живет, что очень хорошо. Та маленькая девочка из Вирджинии просто хотела переехать в большой город и начать здесь новую жизнь. Потому что в Вирджинии мне моя жизнь не нравилась, как вы помните. Я жила в лесу. Ну, в общем, что я буду вам рассказывать? Если вы здесь давно на моем канале, вы все сами знаете. Вы именно те люди, которые росли со мной именно с того момента, когда было очень плохо. А вот теперь мы здесь, в Нью-Йорке, но Марина перестает снимать видео. Или забывает снимать видео. Или у нее не хватает времени. Честно, я сама не разобралась. Но мы здесь не об этом говорим. Практически все время, пока я жила в Вирджинии, я думала и размышляла, когда же наступит то время, когда я перееду в Нью-Йорк. Это видео будет очень длинным, так чтобы вам прям было достаточно времени. 19 мая я закончила американскую школу в Вирджинии и получила аттестат. 20 мая 2018 года я переехала в Нью-Йорк. История вся началась за месяц до этого дня, потому что ВКонтакте есть такая группа, как «Русские в Нью-Йорке», и там есть такое обсуждение просто про квартиры. Кто-то где-то снимает, кто-то где-то ищет, все это пишут туда. И так я нашла одну женщину. Не буду говорить ее настоящее имя, допустим, ее звали Татьяна. Чтобы вы понимали, в комнате этой, которую она сдавала, должны были жить три девочки, я была третья. То есть две девочки там уже жили. Она за это место хотела то ли 450, то ли 500 рублей, я сейчас точно не могу сказать, не помню. По-моему, 450, если я не ошибаюсь, да. Я не знала, как это все выглядит, там не было никаких фотографий, я просто позвонила ей. В объявлении было написано что-то типа: «В хорошей квартире сдам уютное место в комнате, помимо вас там будут жить еще две девушки». И знаете, я очень много тогда переискала, много всех перезвонила. Я должна была приехать в Нью-Йорк еще за месяц до переезда, чтобы просто посмотреть все квартиры и точно определиться, в какую квартиру я перееду. Я позвонила ей, сразу она мне показалась такой достаточно приятной женщиной, достаточно умной, ей где-то там за 40 лет. Мы с ней разговаривали очень долго, она говорила что-то типа: «Вот, знаешь, вот, а кто ты?» Ну, потому что это ясно, потому что она будет жить со мной, и как бы она не хочет никакую там наркоманку, девочку, или которая будет постоянно где-то таскаться, и непонятно, заплатит ли она деньги в конце месяца, понимаете? Также хочу напомнить, что в Нью-Йорке, да я думаю, везде так, что нужен депозит за жилье, то есть ты платишь за первый месяц и за последний месяц, когда ты там живешь. В общем, я заплатила ей около 900 долларов, когда въезжала. Говоря с этой Татьяной, у меня были очень хорошие эмоции на душе, то есть она
показалась мне безумно хорошей женщиной. И знаете, я, будучи под маминым крылом, почувствовала, как будто, блин, вот эта женщина, она будет мне как, ну, так скажем, второй мамой, если я приеду в ее квартиру, потому что она сама так разговаривала, так себя вела, очень открыто, очень вежливо и положительно. Поэтому я такая думаю, ну, она мне запомнилась просто. Я приехала туда где-то в апреле и посмотрела комнату. Я познакомилась с девочкой, которая должна была жить со мной в этой комнате. Она была молчаливая очень, давайте скажем, что ее звали Катя. Я поговорила с ней, она постоянно ходила в наушниках, что-то такая, ну, как-то не хотелось ее отвлекать, и я там, да, привет-привет. Когда я первый раз зашла в эту квартиру, мне сразу все понравилось. Сразу скажу, что там было безумно чисто, это уже очень хорошо. Эта женщина не дала мне сразу пройти в квартиру, чтобы посмотреть, она провела меня на кухню. Посадила перед собой и начала со мной разговаривать. В принципе, можно понять, что да, ты как бы это твоя квартира, ты не хочешь кого попало проводить, сразу все показать, где что лежит, как бы да. Но и заморачиваться тоже, блин, не нужно особо. Мы сели с ней друг напротив друга на кухне, и она такая, так, вот смотри. И она начала серьезно зачитывать мне все правила в квартире. Она достала мне, вот знаешь, как будто она сдает квартиру каждую неделю новой девочке или там мальчику, и она рассказывает это снова и снова любому, кто будет там жить. Значит, там был целый список того, что можно делать, а что делать нельзя. Там были такие правила, что вплоть до того, что я не должна буду въехать там со своей посудой, или я не могу иметь с собой ни одну кастрюлю. То есть, понимаете, вот это вот было немного... Может быть, я настолько собственница, что я захочу свою... Там, не знаю, или я настолько педантный человек, что я захочу свою кастрюлю, чтобы варить только в ней и не использовать ничего твоего. Но я тогда еще не понимала, к чему я иду и что из этого все выйдет. После этого был не конец. Она провела меня по квартире и показывала, что вот здесь будет лежать твое полотенце. Вот здесь будет висеть твое полотенце. Вот здесь будет стоять твоя зубная щетка. Вот здесь будет стоять твоя... То есть, понимаете, что если я передвину свое полотенце куда-то в другое место, либо на сантиметр, ну, тогда я это, конечно, не понимала, то она будет на меня орать. Еще раз скажу, что в квартире было настолько чисто, что вы даже себе представить не можете. Вроде бы везде все как-то было наложено, но настолько чисто, что ты просто не понимаешь, блин, они здесь живут вообще? Ну, конечно, может быть, они перед моим приходом убирались и так далее. Ладно, это мы затронем чуть попозже, эту тему. 20 мая, Марина переезжает в Нью-Йорк. Я подъехала туда на машине. У меня вещей, честно сказать, было очень много, но не то чтобы вещей много, как вот очень много всего, а просто все лежало по разным пакетам, по разным чемоданам. Вещей было немного, просто количество и как это выглядело, серьезно, казалось, что очень много. У меня даже в Вирджинии не было так много вещей, чтобы я, знаете, со всем своим стафом переезжала в Нью-Йорк. Даже те же подушки, так как подушки сами по себе большие, она мне сказала взять свои подушки и одеяло, потому что, типа, там мне нужно было бы платить ей за это, поэтому я такая, блин, камон, я возьму свои подушки сама и буду спать на своем родном, хоть что-то будет напоминать о маме и о доме. Даже те самые подушки, они лежали отдельно, то есть уже целый пакет. Казалось, как бы всего много, да, и целый пакет набит только подушками, думаю, что там вещи, это куда же она в своей квартире будет это все складывать и так далее. То есть сразу был посыл такой, что, знаешь, дорогая, здесь твои вещи никому не нужны, я тебе даю вот две полки, тут доложишь, что есть, да, все остальное меня не волнует. То есть это уже было неприятно с самого начала, с самого порога, так скажем. Я таскала сама эти вещи, и вот, допустим, я притащила первые там какие-то пакеты, потом пошла за вторым, и она смотрела на это все, а у тебя что там еще? И потом каждый раз она спрашивала меня, это что еще? Ну, знаете, я в Нью-Йорк переехала, я как бы здесь буду учиться 4 года, и, знаете, мне как бы, ну, много вещей нужно, лето, зима, осень и так далее. Это не закончится двумя пакетами, я не из России приехала, что у меня там, не знаю, багаж в лимите, поэтому было очень неприятно, то есть с самого начала она встретила меня уже немного с таким негативом. Марин, ты должна это понимать, вот сейчас, как бы, блин, я не знаю, поговори с ней, еще много вещей, да, тогда, но у меня не было другого выхода, я делала это все сама, я смотрела и искала это все сама, мне нужно было уже куда-то
примоститься, знаете, я от всего устала, тем более такие нервы были, потому что ты только что закончил школу, ты тут переезжаешь, как бы, да, нужно радоваться, но у меня так было неспокойно все на душе, потому что очень много всего происходило, и я тогда не искала работу в Нью-Йорке, потому что буквально через 2 недели мне нужно было уже уезжать в Россию на свадьбу к сестре, поэтому я немного так еще как бы была в расслабленном состоянии, слава богу, мне тогда еще не надо было уже сразу искать работу, потому что я в России должна была там буквально месяц быть, и то есть никто бы меня уже на работе не отпустил. Соответственно, у меня были такие планы, я заплатила ей за то, что даже если я уеду, что моя койка, так скажем, оплачивается. Когда я вернулась, точнее, нет, когда я еще была в России, она писала мне такие сообщения, что вот мы тебя так ждем и так далее. За 2 недели перед Россией все, в принципе, было нормально. Я как бы отдыхала с друзьями, ничем, как бы, видосы снимала, помню, сидела на Бродвоке. Кстати, это видео есть на Ютубе. Но готовить было дома просто невозможно. Она постоянно стояла над тобой, постоянно что-то там говорила. После того, как я первый раз ходила в душ в этой квартире, она забежала ровно через 2 секунды после меня проверять, все ли я там смыла после себя, все ли я там вытерла, нет ли там никаких-то капель на полу, вдруг там что-то у нее там взбухнет и так далее. Это было просто ужасно неприятно, то есть ты ощущаешь себя как в гостинице, в неоплаченной гостинице, где есть какой-то надзиратель перед тобой или как-то это вообще все непонятно, и было ужасно неприятно. Так вот, она забежала тогда в ванну сразу после меня, и знаете, с какими воплями она оттуда вышла, когда... Знаете, вот ванная, она задвигается такой шторкой, чтобы вы понимали, у нее в квартире было все такое же старое, как в СССР, ну, как бы, старая не то что шторка, а вообще вся фурнитура была такая, как в СССР раньше, то есть все вот эти вот... Я не знаю, кровати, столы, стулья, все это было очень старое, то есть был порядок там, поэтому мне это настолько понравилось, что, слава богу, там я не приезжаю в какой-то сральник и так далее. А, значит, вот эта шторка, которая должна закрывать ванную, она была в мыле с внутренней стороны. Как бы, извините, я серьезно должна была ее помыть после того, как покупалась, то есть, ну, да, окей, но я как бы до этого не додумалась, знаешь, тоже нужно было, наверное, в своих правилах ей писать или как-то мне напоминать о том, что, Марин, мы моем же эту шторку. В общем, я до этого не додумалась, а она подняла на большой скандал. Как я так могла, там мыло осталось, она прям проводила и типа вот вернулась, меня туда привела и такая, вот, проведи здесь рукой, здесь настолько много мыла, ну, как бы оно supposed to be like that. Она мне всегда писала, вот, знаешь, мы там, как я это называла, с Катей, сидим мороженое кушаем. Чтобы вы понимали, когда я туда переехала, я ни разу не видела ни одного контакта, ни одного разговора между хозяйкой и вот этой Катей, девочкой, которая тоже жила в моей комнате. Та вторая девочка, которая тоже должна жить в нашей комнате, это вообще... Она как бы уехала куда-то, то ли к какому-то своему пацану, то ли куда-то. В итоге она вернулась где-то, наверное, после того, как я уже с России приехала. То есть я ее видела уже... потом, то есть не сразу, ее не было с самого начала. Ее вещи просто было не видно, такое ощущение, как будто она сама, вот эта девочка выехала, она все эти вещи там, я не знаю, запрятала куда-то. То есть... Еще было такое правило в доме, что нельзя было оставить на тумбочках вещи, то есть вот стоит какой-то стол, нельзя на столе ничего оставить. Мне нужно было поставить телефон там вообще далеко, и чтобы он заряжался, но я как бы так и не могу, поэтому я пыталась провести... зарядное устройство, удлинитель, и все это было как бы привязано к моей двухэтажной кровати. Я жила на втором этаже. Это все было привязано, и настолько она ругалась за то, что вот этот вот шнур, который вот дотрагивается до кровати, за эту железку, что я вот там это сейчас поцарапаю, и в итоге, что типа она так кричала, в общем, на это все. Не то чтобы прям кричала, прям голос поднимала, но она настолько некрасиво в этом всем говорила, что, знаешь, я... И ты здесь платишь за это место, в общем-то, и все. Почему, вы скажете, я не могла сразу оттуда свалить, потому что... Во-первых, одно и трудно, во-вторых, это все перевозить, в-третьих, ну, это эмоционально трудно, когда ты что-то находишь, и ты настолько рад, и настолько ты вот это все вот всем рассказываешь, и просто оттуда выйти и уйти в какое-то другое место, переезжать или как-то искать что-то новое, это очень трудно эмоционально, поэтому мне, как одной, было очень трудно собрать просто все свои вещи и уйти, да и у меня не тот характер, что я буду там, не знаю, выяснять с ней что-то, ставить свои правила в ее доме и так далее, поэтому...
На этом интересная история не заканчивается, потому что я потом уехала в Россию, когда приехала назад. Случилась очень плохая ситуация здесь, в моей жизни, в Нью-Йорке, так скажем. Была авария, из-за которой я вернулась домой где-то в 4 утра. Точнее, я не вернулась домой тогда, потому что был дождь, и, в общем, из-за этой аварии я была вся мокрая. Не хочу говорить об этом, но факт в том, что у меня одежда была вся просто вот до ниточки мокрая. И я просто представляю, я прихожу в 4 утра домой, и мне просто, я не знаю даже, куда положить, сушить эти вещи, потому что она встанет там в 7 утра, а я знаю, что я буду спать долго, потому что это был большой стресс, и я представляю, насколько она очумеет, когда увидит мои вещи, все просто мокрые, где-то сушащиеся. Это было просто невозможно. Я знала, что она мне сразу на следующее утро скажет: сваливай отсюда, убирай свои вещи и так далее. Поэтому я поехала просто к друзьям и ночевала у своего друга и сушила свои вещи. Вот так вот. Поэтому тоже было не особо приятно. Ты не можешь возвратиться домой, когда у тебя там что-то случилось там с твоими друзьями, и ты просто, тебе нужно искать другое место, где переночевать, потому что, твою мать, ты не можешь просто высушить эти вещи дома, в своем доме, где ты платишь деньги. Вот так вот. Это было сразу после того, как я вернулась из России, я это точно помню. То есть здесь уже началось что-то невероятное. Соответственно, я не появилась дома. То есть она на утро увидела, что я не ночевала дома. На следующее утро я пришла домой, она закатила мне скандал, потому что она без понятия, где я находилась, и она назвала меня какой-то там, что в принципе она нельзя ей переводиться на личности, потому что кто ты мне? Я не обязана рассказывать тебе про свою жизнь или где я провела прошлую ночь, правильно? Я никогда не ходила в душ там. Мне приходилось, когда ее дома нет, окей. Или я приходила к другу, чтобы тупо сходить в душ. Я не готовила там никогда. То есть мне всегда приходилось идти куда-то в кафе там, или как-то быстро какие-то закуски покупать, чтобы быстро это покушать. Но не варить, не жарить, не парить, это 100%. А также я никогда там не приводила друзей. Ну, это obviously. Там этого было просто невозможно и никак вообще. Приехала та девочка, которая уезжала куда-то к своему парню в другой штат. Ее звали, допустим, Маша. И она была такая девушка с характером, знаете. Ей там 28, я не знаю, сколько ей было лет. И один раз она сушила какие-то свои там трусики или какой-то свой купальник. Это было лето. Рядом стояла еще одна кровать, она спала на этой кровати. И она сушила вот что-то на вот этой ручке, которая вот с кровати. Она подходит, просто это все срывает, кидает на пол. Твою мать, это не должно быть здесь, ты знаешь, да вы меня задолбали, да вы знаете, короче, это все через мат. И она начала голос повышать. И знаете, та Маша, она настолько такая со стержнем, она знает свои права и знает, что она платит за это все. И как бы, блин, я просто здесь, это здесь ничто не случится, ты на пустом месте кричишь. И она пошла и говорит: да ты, да знаешь, ну, в общем, да почему вы скидываете мои вещи на пол? Короче, там такой скандал был. Я уже ушла с дома, думаю, блин, это просто невозможно. Та девочка, которая жила на первом этаже на моей кровати, она жила там 2 года. Я просто с ней разговаривала и думала: Кать, как ты здесь живешь 2 года? Она говорит: ты не представляешь, как часто здесь меняются девочки, потому что она всех просто, она всех так гнобит, она всех вот так вот, ну, как бы, ты делаешь неправильно, трали-вали, здесь вот у тебя даже не так. Еще знаете что? Вот эта Татьяна, хозяйка, она такой сама по себе человек, что она рассказывала тебе и навязывала свое мнение. То есть, допустим, если я просто решила с ней поделиться утром, куда я собираюсь идти, там, допустим, я собиралась там купить какую-то себе камеру, и я думала, сейчас пойду в Best Buy, она говорит: ты что, пойдешь в тот Best Buy? А ты знаешь, что вот здесь вот за углом есть такой магазин, где продаются камеры? Человек, ты не знаешь, какую камеру мне нужно, ты не этой сферы человек. И знаешь, я уже выбрала, может быть, я просто так, я не собираюсь покупать, я просто хочу посмотреть. Нет, ты знаешь,
знаешь, вот как ты до этого Best Buy будешь долго ехать, тебе нужно вот именно сюда, ты здесь пешком дойдешь. И она навязывала свое мнение. И знаете, она настолько делала это правильно, что это просто невозможно. Я просто вот так вот сидела, я ничего не могла поделать, я уже опаздываю, она все еще сидит и просто навязывает мне свое мнение, какая я не права, что в тот Best Buy поеду, надо идти в это место, которое советует она тебе. Много нервов я потратила из-за этой Татьяны, очень много, и это ужасно было неприятно, что ты платишь за это деньги, а я еще тогда не работала, только искала работу, да, допустим, там, свои какие-то последние деньги. Конечно, у меня есть мама в другом штате, она всегда мне помогает, но, ну, тоже, как бы, ну, блин, неприятно и у нее просить, и переезжать куда-то, это нужен новый депозит. Думаю, что это видео уже получается очень длинным, поэтому расскажу вам еще одну такую ситуацию, как я оттуда выезжала. Это вообще, она даже не полные деньги мне вернула, которые я давала ей за депозит. Короче, та Маша, которая вот эта вот сильная женщина, она оттуда уезжала. То есть она уезжала там себе в Москву куда-то, и она дала ей депозит, но они как-то плохо тоже расстались, потому что она сказала ей постирай там что-то или подушку, что ли, хотя, ну, как бы просто навочку она все это стирала, в общем, подушку она ей сказала отправить в химчистку. Короче, что-то тоже, ну, короче, Маша тоже на деньги попадала. Татьяна творила что-то невероятное, вот. И опять же, очень было много скандалов из-за этого всего, я точно помню. В общем, Маша уехала. Я, чтобы вы понимали, не имела права нигде ничего положить. У нас в комнате стоял компьютерный стол, и на нем стоял компьютер ее. И еще стоял телевизор большой. Я не могла этим пользоваться. То есть, естественно, знаешь, вот ты как бы заходишь в комнату, видишь там красивый компьютер, там, я не знаю, телевизор, но нельзя его никогда включать, нельзя ничто положить на эту тумбочку или на этот рабочий стол, где компьютер стоит. Ничто нигде нельзя было положить. На своей кровати, я помню, даже нельзя было оставить ничего, то есть если я там, допустим, ну, там, переоделась и пошла куда-то, мне нельзя было домашнюю одежду оставить на своей кровати, хоть на втором этаже там никто не видел, но она заглядывала прямо, она видела, что если у тебя там что-то лежит, то ты, блин, это, знаете, это настолько было неприятно, это ужасно, просто, слава богу, я там оттуда уехала. И еще одна история очень интересная, как же я оттуда уезжала. В тот день, когда она мне сама сказала, Марина, ты съезжаешь, неважно, вот типа вот ты через 3 дня, по-моему, за 3 дня до конца месяца, когда заканчивается вот моя оплата, да, и остается только депозит следующий месяц. Она сказала, что я отдам тебе твой депозит, я не хочу, чтобы ты здесь жила, траливали, ты уезжаешь отсюда, короче. Та девчонка с первого этажа, которая прожила там 2 года, наконец-то тоже съезжала, именно в этот же момент. Она говорит, через 3 дня ты должна уйти. То есть понимаете, как я могу найти жилье за 3 дня в Нью-Йорке? Но это совершенно другое видео и другая история. Она мне говорит, что вот в пятницу, допустим, ты должна выехать до 11 утра. Я такая, окей, время 7 утра. Я как бы планировала встать там в 9-8:30 и собрать свои вещи, потому что у меня все настолько лежало уже собранное, что это просто собрать все, и там за полчаса можно было это сделать и уйти. Я уже договорилась с друзьями, я уже знала, куда я переезжаю, уже к этой пятнице я уже все это обсудила, все решила. И ребята ждали меня уже перевозить, помогать мне перевозить вещи, и в 7 утра она стоит рядом с моей кроватью, с будильником, который просто разрывается по духам, и говорит «Вставай!» Понимаете? То есть я просыпаюсь от того, что у меня что-то, вот этот вот громкий звук орёт на меня, и так она еще вот это вот, как тиранша, «Вставай, ты чё не видишь, сколько времени?» Я ей так и сказала, «Вы что, сумасшедшая?» В итоге я встала, считаю, у меня уже все внутри трясется, как бы, ну, блин, я проснулась и испугалась из-за этого всего. В общем, я начала собирать все эти вещи, мне настолько стало обидно, что бывают люди такие, что так делают и могут так обращаться. Это еще не все, потому что она дала мне неполный депозит, так сказала мне, что за вчерашнюю уборку она забрала $50 и, в общем, отдала мне в итоге 400 или там сколько-то долларов. Так что да, я была еще и в минусе в 50 баксов из-за того, что она просто решила так снять эти деньги. В итоге я ей сказала, что сейчас я вызову ментов, или она мне точнее сказала, сейчас вызову ментов, убирайся из моего дома, трали-вали. А я уже тогда выставила все за порог. В итоге я просто ушла, ну там очень долгая на самом деле история, это все
очень негативно рассказывать, сейчас и вспоминать. Мы очень долго друг на друга кричали, ну, точнее, она на меня. В итоге я просто уходила и сказала ей: знаете, а бог вам судья, и вам эти 50 баксов еще повернуться ой-ой-ой во сколько. Поэтому, ребят, никогда не нужно спонтанно убирать что-то, и, знаете, в жизни будет очень много моментов, когда вас будет, как сказать, не знаю, ломать, что ли, поэтому нужно всегда все равно поднимать нос и идти дальше. Я точно так же потом нашла новое жилье и живу по сей день сейчас в новой комнате, в отдельной комнате, не с кем-то теперь, слава богу. Поэтому, да, я желаю вам переезжать в огромный город, это отличный опыт, да, но... Хотя, знаете, почему я так говорю, знаете, потому что, не пройдя этого всего, вы не поймете и не зацените вот эту отдельную комнату или какое-то спокойствие, вы просто не зацените, пока вы не пройдете через какой-то плохой опыт. Какие-то плохие люди обязательно должны появиться в вашей жизни, чтобы потом появились хорошие. Поэтому вот такой был мой опыт, такой мой переезд в Нью-Йорк. Я надеюсь, тебе понравилось это видео и понравилась моя история. Если вы еще хотите какие-то истории из моей жизни, и на самом деле за это время произошло очень много всего. Но просто я не нахожу времени так сесть и поговорить рядом с вами. Это уже не вирджиниевская жизнь, поэтому я здесь должна работать. У меня здесь очень много друзей, и... Что-то постоянно происходит в голове, что невозможно сесть просто так и поговорить с вами. Потому что очень много друзей, ты это им все рассказываешь, но не камере. Наверное, в этом проблема. Все равно спасибо огромное, что ты смотрел меня, что ты побыл это время вместе со мной. Я вас очень сильно всех люблю. С вами была ваша Марина Круглова. Если ты первый раз смотришь мои видео, обязательно подпишись. И я вас всех очень люблю. Пока-пока.